Сегодня в GTA 5 начнется безумный зомби-апокалипсис, и давай проверим, кем ты станешь во время него. Если успеешь поставить лайк под этим роликом за 3 секунды, то будешь выжившим, а если нет, то превратишься в ходячего мертвеца. С возвращением в GTA 5, друзья, с вами как всегда я, Гост. Прямо сейчас мне стало известно о том, что в Лос-Сантосе распространяется зомби-вирус. И сегодня мы за Железного Человека должны будем остановить полчища ходячих мертвецов для того, чтобы спасти Лос-Сантос. Ну и в самом начале этого ролика хочу как всегда попросить вас, друзья, не забывать ставить лайки. Давайте прямо сейчас, семья призраков, ставьте лайк под этим роликом, чтобы поддержать меня. Конечно же, не забывайте подписываться на канал, если вы вдруг еще не в семье призраков, и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть все ролики самым-самым первым. Отправляемся как можно быстрее в Лос-Сантос для того, чтобы помочь мирным гражданам. И, кстати, ребята, желаю всем приятного аппетита. Кто сейчас кушает или попивает чаечек, рассказывайте, как у вас дела и чем вы занимаетесь на каникулах. Что у вас нового интересного, ребята? Обо всем пишите в комментариях, я обязательно прочитаю. Маленько там с вами пообщаемся. Давайте-ка проверим одну из самых густонаселенных улиц в Лос-Сантосе, ребята. Вот здесь, где у нас находится банк, я думаю, можно провести небольшой осмотр. Чё за прикол? Оу! Нифига, сколько тут зомби, блин! Ребята, вы просто посмотрите, вся улица завалена ходячими мертвецами. Некоторые из них даже бегающие какие-то. Иди нафиг отсюда. Так, ребят, отходим. Что-то зомби прям реально дофига. Я не знаю, как мы будем с ними сражаться, ребята. Мне кажется, даже Железного Человека не хватит для того, чтобы убить всех этих зомбарей. Ну, давайте для начала попробуем наши обычные пулеметы. Вот так вот будем поджигать зомби. Ловите, блин! Отлично, смотрите, вроде получается, мы их неплохо так раскидываем. Главное, чтобы они сейчас меня не задели. Хотя, в целом, мне кажется, что зомби не прокусят костюм Железного Человека, ребята. Это, по-моему, вообще, в принципе, практически невозможно. Посмотрите, какой он просто у нас прочный. Так, давайте попробуем другие пульки. Эти что-то как-то не очень хорошо. Вот эти просто отлично. Все, все зомби загораются, ребята. Мы их с вами спокойненько зачищаем. Ай-яй-яй, отойди, отойди. Не подходи ко мне, зомбак, блин. Я не хочу с тобой сражаться в ближнем бою. Можно, кстати, попробовать, ребята, подраться при помощи кулаков. Давай вот так мы наваляем просто. Оу, тихо, отходим, ребят. Вот этого, просто с лету. Но, блин, получи. Офигеть, просто отлетает, ребята. Ну, в ближнем бою, на самом деле, они очень много могут получить урона и выжить. Что вообще? Попробуем лучше ракеты, потому что держать зомби на расстоянии — это, наверное, залог нашего успеха сегодня. Ведь зомби просто целая куча. Люди, кстати, продолжают ездить по городу. Некоторые из них еще не были превращены в ходячих мертвецов. Это, ребята, и радует, что есть еще кого спасти. Кстати, ракеты вообще отлично справляются. Ребята, просто спокойно вот так вот всех зачищаем. Ау-ау-ау! Нет! Что за потемнение? Мы типа умерли или чё? Вау, блин! Это что такое? Ребят, мы с вами превратились в зомби, что ли? Каким это вообще образом? Как зомби прокусил костюм Железного Человека? О, ребята, мы должны были сражаться со злом и не примкнуть к нему, блин. А теперь мы просто пополнили отряды ходячих мертвецов. Они просто по всему городу, ребята. Ну хотя бы эта улица реально завалена ими. Вы просто посмотрите на это. Ну, по всей видимости, остается у нас лишь один выбор. Продолжать уничтожать город вместе с этими зомбарями. Вот это, кстати, ребята, так-то тоже очень интересно. Посмотрим, что у нас получится вообще сделать. Сможем ли мы продолжить заражение в городе? И насколько оно вообще ускорится, если мы примем в этом участие. У нас остались все способности нашего костюма, вы просто посмотрите на это. Но мы стали мега ходячим мертвецом, друзья. Мы можем просто вот так вот спокойно уничтожать тачки. Вообще, ребята, на изи. Мне вот только интересно, будет ли у нас получаться заражать людей. Давайте попробуем сейчас вот так вот включим ближний бой и просто сразимся с копами. Вот они приехали сюда, на эту улицу, для того, чтобы остановить, по всей видимости, нас, да? Копы! Давай, 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 выходите из тачки. Давай быстро, выбегай отсюда. Вот, отлично, сейчас этого просто так. Но, получи. Он зомби, все. Ребята, он зомби. Ха-ха-ха, их всех заразили просто считанные секунды. Давай этого. Вот так, отлично. Ребят, мы их заражаем. Мы их заражаем при помощи наших ударов. Это же вообще имба, блин. Какого фига просто. Ребят, вы посмотрите на это. Он тоже превратился в зомбаря.
Вот это жесть, я понимаю. Копы просто падают. А как туда добрался зомби-вирус, мне интересно. Давайте вот так вот все тут уничтожим. Я думаю, ребята, что пора нам выдвигаться куда-нибудь вглубь города. Ведь там заражение, по всей видимости, только начинается. И мы можем, ребята, пополнить ряды зомби, которые сейчас там сражаются с людьми. Ух ты, а вот и первый человек. Давайте попробуем его заразить. В этой части я вообще не вижу зомбарей. Спокойно катаются машины. Все вроде как идет своим чередом. Эй, чувак, ты че не заразился? Иди сюда, блин. Получай нафиг, лови, блин. Че, все, заразился, нет? Покажи-ка мне. Да, все, ребята, он зомбарь. Это очень хорошо. Тачку можно просто вот так вот уничтожить. Останавливайся, блин. Просто продолжает ехать. Давайте-ка мы его вот так атакуем сейчас. Оу, блин, маленько перестарался, друзья. Маленько перестарался. С тачками будет намного сложнее, потому что они у нас могут просто спокойно взять и уехать. Военные приехали. Ну вот это, ребят, сейчас точно будет очень весело. Попробуем заразить военных. Выходите из тачки. Так, получи сюда... О, я, походу, ребята, их всех при помощи ракеты сейчас заразил, да? Да, они все, ребята, превратились в зомби. Посмотрите на это! Сколько их тут? Так, по мне начали стрелять. Оу, блин, меня неплохо так дамажат копы. Лови сюда, блин, вот так получи. Надо быстрее с ними разобраться, иначе они меня могут взять и уничтожить. Наш костюм, ребята, теперь не герметичный, совсем не герметичный, поэтому меня простреливают. Что вообще? Так, ладно, я понял, лучше использовать ракет. Оу! Что вообще? Вы посмотрите, ребята, на мои хп. Они меня очень сильно дамажат на самом-то деле. Я вот так сейчас обстреляю все, что здесь у нас находится. Вот так, отличненько. Я думаю, что сейчас мы заразили большую часть людей, кто здесь есть. Заразив такую огромную пачку вояк, ребята, я думаю, сейчас у города будут гигантские проблемы. Все-таки теперь заражение распространяется и здесь с огромной скоростью. Получите, блин! Вот, отличненько. А если мы будем использовать, ребята, с вами лазер? Я его, кстати, тоже могу использовать. Просто интересно, насколько быстро мы будем всех заражать. Давай. Поехали, блин. Вот так, отлично, ребята. Стреляем по всему, что здесь есть. И все, они здесь целой пачкой, ребята, ходят теперь. Офигеть, тачку уничтожаем. Вот так, отлично. По всей видимости, ребята, когда мы кого-то убиваем, даже если используем оружие, там, знаете, вот эти ракеты, например, или даже наш генератор, мы все равно превращаем всех в зомби, потому что они умирают, и этот вирус начинает развиваться внутри них, из-за чего они как раз-таки становятся ходячими мертвецами. Вот эти даже, интересно, поднимутся у нас или нет? Смотрите, он горит. Да-да, смотрите, он оживает, ребят, он оживает. Это уже зомби, по сути. Просто горящий зомбарь. Давай, вставай! Да, ребят, все! Зомбак! Посмотрите, а этот почему-то погиб. Видимо, он сгорел просто заживо. Хотя вот этому вообще пофиг. Он падает и встает. И все, ребята, он идет вперед для того, чтобы заражать город дальше. Какие у меня странные ноги, блин. Это просто какие-то косточки. Вы посмотрите на это. Насколько стал худым. Бледный человек, но по сути никакой плоти у него вообще не осталось. Мне, кстати, дали секретную звезду розыска. Ну, я не знаю, что она вообще сделает. Тачки у нас продолжают ехать, военные. Но у военных ничего вообще не получается, ребята. Мы с вами летаем по городу, уничтожаем все, что здесь есть. Вот так вот при помощи нашего лазера. Блин, капец. Город уже просто пустой становится, серьезно. Машин, людей практически нет никого. Вообще никого. У нас там, кстати, есть задание, интересно. Это у нас задание супергеройское. То есть для того, чтобы спасать Лос-Сантос как раз таки. Мы могли его выполнить, если бы играли там за обычного железного человека. Или, например, за какого-нибудь другого героя, там Халка. Ну, вы поняли, короче. Теперь же, ребята, я попробую их всех превратить в зомбарей. Получайте! Интересно, получится вообще или нет? Там у чувака меч, кстати, офигеть. Ну, получи сюда. Вот, отлично. У меня пропал розыск, кстати. Все, ребята, меня не разыскивают больше. Они все превращаются в мертвецов. Посмотрите. Вон, они умирают и превращаются в зомби. Надо вот этого еще снести. Все, отлично. Они все зомбари, ребята. Просто все. Погоди, какая-то зеленая метка у нас на карте. Это означает лишь одно. Появилось новое задание. Так, давай-ка посмотрим, что это такое вообще. Я слышу какие-то, ребята, звуки. Как будто кто-то здоровый у нас тут ходит. Давайте посмотрим на это. Эй! Что это было такое? Кто меня сейчас только что ударил? Походу, кто-то сейчас прямо над нами. Да, ребята! Че, блин? Халк! Лови, блин, сюда, вот так отлично. Капец, я его не смог заразить. А, нет, смог, ребята. Что? А где он продолжает бегать и сражаться со мной? Ты что, гонишь? Зомби Халк, ребята, или что? Я понять не могу. Он пока что не зомби. Давайте-ка мы его еще быстренько попробуем сами уничтожить. Давай, дружище, приди в себя, Халк. Я тебя только что укусил. Вот сейчас точно должен стать зомби. Вот, получи, блин. Все, все, превращайся в зомби. Да, он ходит как зомби, ребят. Что вообще? Мы с вами укусили Халка, теперь наш отряд зомбарей пополнился. Все, он уходит! Он уходит вниз! Ребят, он убегает. Там стоит коп, он его сейчас просто заразит. Да, он его заразил! Офигеть, блин!
Еще один мститель пополнил ряды ходячих мертвецов. Ребят, я вообще такого не ожидал. Я не думал, что такое возможно. Погоди, что, а военные пригнали уже тачки? Да, серьезно? Получайте, блин! Вот, отлично, ребята, минус тачка. Че, они будут превращаться или нет? Давайте лучше вот эту способку использовать. Или, например, вот так вот можно, кстати. Да, это вообще отлично, ребята. При помощи этого лазера мы с вами, как вы видели, заражали вообще очень хорошо противников. Паучи тачка! Что? Они пробиваются! Это что за непробивная тачка такая военная? Я не понял, ладно, хорошо, походу ее только ракетами. Лови, вот так тебе. Отлично, горит тачка. Чуваки из нее выпрыгивают. А мы их теперь можем заразить. А, их уже сейчас заразят. Блин, какое, ребята, все-таки масштабное заражение. Там еще и Халк теперь сражается. Я вижу его метку на карте. Это означает лишь одно, что он бегает сейчас там и продолжает уничтожать всех, кто попадается ему на пути. Вон, вон он ходит внутри. Так, за ним уже туда же толпа какая-то бегает. К нему приехала тачка. Давайте поможем ему. Лови, блин, вот так вот точило. Все, отлично, теперь у нас тут тоже зомбари. Что-то на парковке он все бегает, бегает, продолжает кого-то заражать. Выходи давай на улицу, дружище. Заражение идет именно здесь. Все, он выбегает. Молодец, Халк, молодец. Помогай мне сражаться с людьми. Вон он, посмотрите, ребята, просто бегает по городу. Летит ко мне. Давай, давай, Халк, побежали вперед. Эй, ты давай поаккуратнее только, а то мне больно было так-то на самом деле. Ты меня можешь тоже убить? Да хоре, блин, уже. Он так, ребята, прыгает резко, что просто валит меня на землю. Ну что ж, друзья, в общем-то на этом, я думаю, мы закончим наш ролик. Неплохое такое заражение зомби-вирусом на сегодня получилось. Как-то случайно просто мы с вами были им поражены и в итоге обратили Лос-Сантос практически полностью вымерший город-зомби. Ну что ж, друзья, с вами был, как всегда, я Жакогост. Не забывайте ставить лайки, обязательно подписывайтесь на канал, ну и нажимайте на колокольчик. Буду, конечно же, ждать вас на следующем ролике. Всем удачи и до скорых встреч. Пока-пока-пока. Пока!